Survival Hero. Да, я с ним ездил. Ты, Руслан, используешь методику при рулении, короче, руль так немного дергаешь, право-лево? Нет. Стабильно ровно держишь? Но ты имеешь в виду... Ну, на входе, на выходе, при повороте. Нет, это просто ровно. Ты посмотрел, короче, всякие, ну, вот такие, Дэвид Уильямс, вот этот, который из Virtual Racing School. Они всегда используют такое, знаешь, руление, контррруление, ну, в общем, подергивание, типа, рулем. Типа, чтобы поймать его? Ну да, например, на том же там, на, когда, особенно Mazda, да, когда говорим, она же довольно-таки скользкая получилась и оверстирная. И вот, чтобы тебя машина не заносила, ты начинаешь рулем там, ну, контррулить. С поворот входишь, если быстрый какой-нибудь, и немножко вправо ее там сдергаешь. Нет, на выходе я понимаю, для чего. Ну, на выходе в основном, да, естественно. Блин. Такие небольшие. Я понял, что мне удобнее, когда руль позади. Да? Вот, я под фидбэк. Не знаю, я на полупустом гоняю. Точнее, не так. Автоматическую настройку делаю и делаю чуть-чуть послабже усилия. А я наоборот. Вот тут всего... Да, я же не натурально. Ну, вот не знаю. Может, попробую. Не, ну, натурально, если бы у тебя машина там без гидроусилителя была бы там, то понятно. А ты вот теперь на этой трассе сейчас вторую поворачиваешь больше, чем на 90-х на спал. Слушай, я почти нигде, наверное, так не поворачиваю. Но на 90 примерно поворачиваю. То есть на 90 максимум, больше не поворачивай. Ну сейчас подожди, посмотрю вот эту вот шпильку. Не шпильку, а после дальней задней прямой. Вот там у меня, да, я вот. Сейчас посмотрим. Что-то я не задумывался о том, сколько я поворачиваю. Вот просто сейчас я поставил, когда фидбэк. Я вот как будто стал больше поворачивать. Mm-hmm. Да, нет? Поворачиваю на градусов 100, правильно. Поворачиваю где-то на градусов на 100. Ну слушай, на Мазде то почему неправильно? На Мазде же все-таки это тень там. Какая-то более гражданская машина. Ну, все-таки настоящая машина. Большой спорт. Хм. Ты в настоящей машине в такие повороты не входил. На такой скорости. Блин, почему это был не первый круг? Это фоллоус, нет? Да. Я просто хороший круг проехал, который первый, который не засчитывается. И немножко расстроился, что я проехал его, собственно говоря, не как первый, не как зачетный. А что, два зачетных проехал? Нет еще. Только вот первый зачетный проехал. Эдик молчит, паразит. Прочитал сообщение и ничего не ответил. Ну, просто он сейчас не подписан на канал. Без прокси. <прокса.
One more lap. И есть отличное время. 1:47.3.6.7. Пока второй. 47.367. Не лучшее, конечно. А? Я не знаю. Я не могу посмотреть, я же еду. Уже третий. Четвертый. Уже четвертый я. Шестой. Охренеть можно. Но это первый сплит, поэтому я думаю, что там алиены пришли. Седьмой. Печально. Угу. Ну, буду, знаешь, так надеяться на то, что народ повылетает. За счет этого смогу улучшить свою позицию, если сам, конечно, не вылечу. Видишь, я еще в прайм-тайм пришел, в общем-то. Так, смотрим. Да, смотрим. Первое место 45,8. Второе 46,168. Третье 46,9. А потом, чуваки, 47,2, 47,2, 47,3, 47,3, 47,3. И потом 47,7 идет. И 47, ну точнее уже 8 это. Ты в итоге какой, седьмой? Восьмой. Mm-hmm. Уже восьмой. Жесть. Просто жесть. Блин, этот Павел Херман. Зараза какой он. Я с ним один раз ехал, кстати, с этим Херманом. Слушай, ну, надо сказать, я поставил поменьше фидбэк. Угу. По чуть-чуть время улучшаю, но непривычно. Ну, делать все, либо привычки, либо как это самое, как тебе. Если нравится большой фидбэк, так езди на нем. Не, ну видишь, так получается быстрее. О, девятый. Ну, потому что, вот смотри, почему я считаю, что лучше меньше фидбэк поставить, потому что ты, тебе проще будет рулем крутить. Ты чувствительность, минимальный этот force feedback ставишь побольше, чтобы у тебя была информация с дороги вся. Ну а или там побольше. Какой стоит минимальный? Так, минимальный стоит у меня 16,6. Что-то мне кажется, у меня какой-то совсем маленький, как мне бонус советовал. У меня минимальный стоит 5,6. Не-не, вот 16,6 поставь. У меня вообще им, Бонна и мне советовал 16. От руля? Ну да, согласен, от руля зависит. Ну вот, у меня стоит 16,6, а вот фидбэк на Мазде обычный 22,8. А, у меня только что... Ну это опять от руля зависит. У меня ну, да. На авто 15. Ну, например, на всяких там Мерседесах у меня вообще стоит там пятерка, шестерка. А минимальный? Ну, Трансмастер, наверное, помощнее просто сам мотор. Возможно, да. Поэтому... Слушай, а у тебя линейный мод включен или выключен? Что такое? Этот... Там линей... есть настройка фидбэка. Use linear mode? Да. Нет, выключен. А, вот этот dampen... Включен. Dampen oscillation. Включен, потому что чтобы руль не дергался на месте. А dampen на нуле у тебя, да? Да, да. Гонка, чтобы, гонка. Чтобы поострее сделать руль, этот map range надо увеличить, да? Увеличишь, наоборот, он будет... Нет, там есть wheel range. Это, а, да, 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 а все второе, правильно. Второе, вот это надо наоборот, да? Да, да, да. Ну, лучше поставить одинаково все. Map range и wheel range, чтобы тебе соответствовало, да, поворот руля на 90 градусов соответствовал поворот руля на 90 градусов. Да, ну, в принципе, да. Если но ты увеличишь map range...
А это сколько стоит Wheel Ranch? У меня 900 на 900. Ну, точнее, он там скинул. 861, что он стоит. Ну вот, а у меня тоже скинул до 899. Ну, и принципиально, я думаю, уже. Может быть, у тебя... Поострее, чтобы сделать руль, понимаешь? Ты просто делаешь меньше и то, и другое. И все, и будет у тебя поострее руль. Ну, да. Ну, как бы, не знаю. Ну, ладно, наоборот, сделал 900. О, все, гонка. Сейчас это. Удачи. Угу, спасибо. Там как пуля прям выстрелила. Что сделал чувак передо мной? Ехал левее, взял резко вправо дернул, чуть машину не потерял. Ой, ёпт твою, блядь. Упс. Нет, я, короче, выбил чувака. I'm really sorry. О, минус один. Ой-ой-ой. Минус один, еще один. Нет, не я. Они сами вылетают. Еще один минус. Сейчас закончу круг, посмотрю. Шестой я, что ли? All clear. Got one on your right. Stay left. Clear on the right. Пятый, наверное. А? Ну не, поборюсь. Вагнер юниор довольно-таки примерно как я едет, поэтому думаю, что сейчас поборюсь.
Надо теперь его немножко догнать. Блин, дай бомбер хрен. Бля, 8 инков. Девять инков. На Ворис. Три круга, это был пиздец какой-то. 8 инков за три круга. Да. Один раз я, один раз меня. Блядь, все медленные очень. Все, я уже пилотон сдерживаю. А впереди как? Да впереди отъезжает, естественно. У меня тут борьба. Чем считай, на 2 секунды медленнее еду, чем мое оптимальное время. Это плохо. Да, да. Не, ну правда, по большей части это из-за того, что в борьбе. Пол дистанции прошел. Что такое? Пятый. Нормально.
плюс мог приедешь. Да я и так в плюс приеду. Другой вопрос, насколько я сейчас провалюсь относительно пятого. Здесь довольно-таки сложно обгонять, если кроешься нормально. Ну, на задней тоже. Ну, да. Ну, может, кто-то знает, ну, так будет. Если хорошо выйти с последних ворот. Да так же закрылся, и все, и фиг тебя кто обгонит. Ну, а если вот кто-то собирается отгонять, разве можно переставить блокировать? Если ты заранее это сделал, заранее перестроился, все как бы. Ну, смотри, я вот вышел напрямую, я сразу правую часть трассы занял, и все. И еду там. Не, какая разница, все равно сначала еду там, вот, да. В экстриме сзади, просто потом перестраивается. Не, смотри, если ты собираешься кого-то обогнать, вот, вот, сейчас, то ты, соответственно, смотришь по ситуации, если ты собираешься, да, ты едешь, пристроился в слепстрим за человеком. Если он едет справа, то тебе нужно будет слева его обгонять. Ну понятно. И смотри. А ему как бы он никак заблокировал, не может. Смотри, я тебе объясню. Вот я. Допустим, сзади меня. Вот сейчас, вот смотри, сейчас сзади меня, да, постоянно атакуют два человека. То один, то другой попеременно. Я напрямую выхожу, я сразу в правую линию, в правую часть трассы перестраиваюсь. Перед правым поворотом. Понимаешь, да? Тем самым он, тем самым он внутрь поворота уже не нырнет, потому что я там нахожусь. Ему придется по внешке идти. А, соответственно, по внешке ему нужно будет. Это еще будет отгонять на первом повороте. Первый и на задний прямой там то же самое, там тоже правый поворот. А имеется в виду, лучше выходит с последнего поворота быстрее для самого прямого. Ты тоже можешь справа встать. Понимаешь? Ну, обгонит, если тебя, если он тебя обгонит до поворота, то тут уж извини, чувак, то ты ничего не можешь сделать, ты слишком хреново вышел. А у нас получается, что мы выходим сейчас примерно одинаково, я на последнем повороте выхожу примерно одинаково, как остальные. У меня там проблемы в других местах. Вот, на задней прямой они тоже чуть-чуть побыстрее, потому что они лучше выходят. Но там я закрываюсь опять же вот так же, ну, вот просто вправо встаю и все. Слушай, ну а тебе получается так ты медленнее поедешь. Ну, и они медленнее не поедут. А, ты едешь вверх, ты встал. Да, 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 да. Вот, собственно, что сейчас и происходит, понимаешь? Постоянно в борьбе, я отстаю от впереди идущего. Но, по крайней мере, сдерживаю сзади идущих. Ой, мне. Это уже который круг я вожу двух быстрых чуваков. Они не могут меня обогнать. Сейчас будут предпринимать отчаянные попытки обгона, чувствую. Потому что осталось два круга,
девятый, десятый. Не, нахрен тебе, чувак. 1:48.796. Got one on your right. А, все. Перекрестил на первом. Да. Езжай, езжай. Good overtake, Gary Coates. У него, кстати, резина перегрета, похолодела, он скользит везде. Блин. А меня вполне устроит и шестое место. Вот дело, я просрал. Не, нормально. Блин, еще один автрек. Фух. Шестой. А у Пиранеди, ты знаешь, да? Кто-то стоит впереди, один зависит, да? Да. Ну все, я финишировал. Ну, тоже неплохо, с девятого-то подняться наверх. Корикоицу очень понравилось, видимо, обгонять меня. Yeah, Мальвара, Гарри Коиц, thank you for race. That was great battle. Конечно, минус сейфити. На минус приехал. Сейфити рейтинг минус.
А этот самый, я думаю, iRating в плюс. Сейчас посмотрю, кого я там выбил. Так, смотрим. Так, во-первых, вот так. Во-вторых, так, так. А, понятно, что чувак как бы передо мной его заносило, он напрямлялся. Таурас тенило. Вышел, интересно, нет? Да, он вышел. Что-то бона нету. Че я сделал-то, елки-моталки? Ну, а бон, наверное, в пробке где-нибудь едет. Хотнер юниор. Гонку что ли едешь? Нет. Со споттер услышал? Угу. Я просто в практике ехал. Так. Что сказался? Зашел в практику или внешность? Я пока повтор смотрю. Что тут было, какие моменты? Ты сможешь потом, как ты выйдешь, зайти в эту статистику, смотреть, какое у меня время было до этого на хрен. Сколько у тебя времени вообще? 1:50 1:50 и одна.
Ну слушай, вообще, не то что прямо ужасно, как ты говоришь. Нет, ну я уверен, что я ехал лучше. Все же посмотреть. Так, а я забыл, где это посмотреть? Просто. World Records. Ну, недавно, по-моему, лучше было. Сколько? 1:49.7. Здесь у людей 1:42 рекорд. Ну, этот рекорд ты не смотри, потому что это может там время понятно. Там по погоде, еще что-нибудь. Да, на сетапе на какой-нибудь. Пока вот быстрейшие чуваки, я думаю, что 45 и вот с копейками. Блин, там люди едут. Повороты 3 вайт. Какие-то прям толпа. Все друг друга там бьют на торможениях. Ну, в общем, за мной там наших... жесткая борьба была. Из наших лучшее время у Димы. Иванова? Да. Ну да, он там ездил. 1:46.7. Mm-hmm. Хорош, хорош. А, нет, погоди, даже стоит. Погоди, а можно как-то посмотреть время не так, что, знаешь, гонка, практика, вкратце, а чтобы вообще лучшее время было? Так ты смотришь лучшее время либо в практике, либо в гонке, либо... Но только или-или, да? Ну то, да. Ты представишь по практике, а у кого-то время в квалификации лучше. Угу. Слушай, да, проси он на первом месяце. 1:44.5. Подожди, у Димки ты шкал 46? 47. У Димки 47? У Иванова? Сейчас, пройди, сейчас. А ты, подожди, сейчас, короче, у кого ты лучшее время посмотрел? Ты сказал, у Димы лучшее время. Я сначала просто поставил по гонке, ага. У него, как бы из нас. Угу. Из нас это самое лучшее было. Вот, а сейчас поставил время по практике. И получается лучше, ну, из нас. У Бона 1:44.5. Потом идет Димон 1:45.8. Потом Дима 1:46.7. И потом у тебя 1:47.6. Ну видишь, это я вот здесь уже показал. Ну, подожди, я не ездил же. Новый твой аккаунт или старый? Какой? А как написан? Где Y в конце? Старый. А, вот значит, у тебя старым. Угу. А лучше было одно, а то 77. Угу. По-моему, вот второй, который ты сегодня провел. Да. Но у тебя время... Ну я уже то время-то перекрыл, там у тебя обновятся результаты, будет 47.3. Ну вот в квале это сейчас стоит 1:47.3. Ну вот, да. Первые, ну, 25 это человек, Бона нету по времени. Блин, ну тут, конечно, было круто. Такую попытка обгона на прямой. Вот как я тебе говорю, я смотри, вот видишь, он намного быстрее чувак едет, короче, у меня. Я, значит, на прямой встал вправо, ну, перед правым поворотом. То есть закрыл траекторию. Все, ему как бы деваться некуда, он внутрь не может нырнуть. Там я. Ну, ему широко, соответственно, пошел. Соответственно, это медленней. И все, к следующему повороту он уже чуть позади. Он, правда, в следующем повороту был внутри, но... Но из-за того, что там сложно достаточно войти, чтобы не убрать меня, он притормозил. Ну, потому что если бы он не притормозил, да, он бы выходил широко и врезался бы в меня. Бона 28-й просил. Угу.
так, ну странно, у меня время даже хуже, чем было. Посмотри, наверное, точки торможения у тебя. Ты тормозишь как? Вот смотри. Не всегда же оптимально тормозить там, либо до сра... ну, как бы, в пол, да, грубо говоря. Сильно. Не, иногда вообще чуть-чуть тормозить. Угу. Не, ну как бы, после прямой там, это, ну, на 70% тормозить, на 60-70%. 60-70, это уже 70, это уже в АБС он должен сработать. Ну, до АБС, короче. Ну, там mm-hmm. получается, но где-то 60-70. Ну, mm-hmm. по ходу педали. Mm-hmm. У меня вот стоит, вот, короче, резинка, вот эта, она как раз вот, когда в нее упираешься, это процентов вот 60-70. Mm-hmm. А дальше вот ее уже это прожимаешь. Понятно. После этого дальше уже нет, не тормозишь никогда. Mm-hmm. О, вот он, вот он. Вот то есть у меня вот чувствуется, когда дошло до резинки, то это вот такое, процентов 60-70. Ну вот, не знаю, вот G27 тоже, вот знаешь, что классно, не знаю, в стандарте. То есть в начале ход помягче, и вот это вот дозирование на Мазде до примерно 40, там 50, не знаю, 60, наверное, процентов, довольно-таки тоже такой относительно мягкий, но с нарастающим усилием ход. А потом довольно-таки, ну, уже ощутимо нужно там много, аж я с пятки поднимаю, чтобы продавить ее до конца. Ну, а у меня вот вообще оно очень это мягкий тормоз. Вот мне поэтому нравится. У меня вот до этих вот, то есть я уже поставил туда эту резиночку, то есть до нее у меня вообще вот там это абсолютно легко жмется. И в принципе, чтобы нажать вот этот продавить резинку, тоже чуть-чуть я вот еще нажимаю. Понятно. То есть мне поэтому, конечно, не нравится. Но... Ну да, значит, видимо, у Logitech вот эти вот стандартные педали, конечно, хороши. Потому что, видишь, такое, ну, прогрессивное усилие. Вначале такой довольно-таки легкий ход, а потом... И это очень удобно, для, когда в поворот входишь, да, там чуть-чуть trail breaking некий, да, такой делать. Чуть-чуть вот это вот нажимание, оно работает, все легко. Ну да, у меня вот непонятно. То есть одинаковые усилия до резинки, которую уже я сделал, и потом чуть посильнее. А то есть в стоке вообще одинаково усилие вот так вот до конца. Такой хлобык. Чувак, короче, ну, внутрь нырнул и не смог реализовать, короче, свое преимущество. Вот как раз на последнем повороте. Блин, как же он... еще кроется от сзади идущего. А у тебя рейтинг какой? 70. Давай посмотрим, смотри, по статам. Да, можно, да, глянуть, он в каком сплите, по времени-то делать. Угу. Смотрим, вот результат. Results. Сейчас поеду, сейчас я посмотрю, сколько у меня точек. Так, у тебя... рейтинг. Вот у тебя, наверное, где-то в уровне второго сплита. 18.00 ГМТ было. Люди едут, значит, 1300, ты говоришь, да, там 1400. А, слушай, у меня упало, 1222. Ну, блин, 1222. Посмотри. Это что-то. Сплит, ну, третий, наверное. Ну да, где-то в районе третьего, я думаю, это будет. И что тут у нас люди едут? Ну, в быстрейшее время 1.48. Парочка, а так 1.50, 1.49. Ну вот по квали. Ну да, тебе надо смотреть. По квали, да. Ну вот 1.50, 1.50, 1.50, 54, 55. Ну, короче, где-то я 5-6 буду в квали. Ну, надо еще, конечно, да, потрениться еще. Тогда лучше каждый день до выходных тренься.
в понедельник гонку проедешь. Включая, кстати, выходные. И в понедельник гоночка, и вообще будет отлично. Я вот так вот, знаешь, на Кадиллаке, короче, мне довольно-таки сложно давался поначалу. И я вот... Кстати, перебью. Ага. Снова. А вот я смотрю, гонка была предыдущая. Здесь квалификация. 1.49, 1.49, а потом 1.52. То есть я бы там третий был. Ну да. Ну, там же ж много руки едет, понимаешь? Ты лучше это... Здесь первый руки, второй А-класс, и там Д. Все равно, ты поезди, вот знаешь, там, вот, вот сейчас вот возьми, начни сессию заново, да, ну или там машину перезапусти, и вот 10 кругов, 10 кругов вообще вот беспрерывно просто едь, старайся их отъехать, там машины заносят, ты все равно продолжай ехать. Ну, понятно, и посмотреть потом вот, среднее время. Да, ну не то, что, нет, даже не среднее время, на самом деле не среднее время, ты просто как бы стабилизируешь свою машину, ты со временем начнешь ехать стабильнее и быстрее, с каждым кругом. Но у меня, кстати, когда я еду в гонку, знаешь, как-то вот эмоции как-то серьезнее, как мотивационно лучше получается ехать. То есть у меня очень хорошая тренировка, это гонка. Согласен, но потому что ты там не болтаешь, сконцентрирован на гонке. А так вот ты практикуешься, болтаешь со мной, ты болтаешь со мной, отвлекаешься, ну, и как бы... Блин, это, конечно, Павел Херман, жалко его. Он этот... Таурос Тинело, тоже жалко его, чувак. Как это, кстати, все с центральной и восточной Европы. То есть, короче, с нашего региона. Блин, я думаю, сейчас, наверное, в 12 гонку съезжу. Я посмотрю. О, чувака. Минус 0.56. Его из А-класса, что ли, швырнули в Б? Охренеть вообще. Чувака из А-класса в Б выкинули. Просто обалдеть. Смотри, я обогнал чуваков с рейтингом. Значит, 1700. Слава богу, Шиц Альваро Санчес так и не проехал меня. Потом 1958, 2849, 2297, 4358 и 2501. Ну, обогнал, конечно, потому что... Это сейчас, которые с тобой ехали, да? Да, потому что, конечно, видимо, они там понасталкивались хорошо. Спан Америка. Плюс 32 рейтинг, минус 0.08 сейфити. Сколько? Ну, сейфити минус 0.08, а ай рейтинг плюс 32. Ну, что, нормально. Что-то неплохо, да. Сейфити не потерял почти. Ну как, вот эти, знаешь, 0.08, когда у тебя D3.30, то есть больше трех, там довольно-таки мало дают за каждый инк. Много, точнее, вычитают вот так вот. Два инк словил уже... Там, я не знаю, двушечку максимум получишь, то есть 0.02. Ну что, я считаю, неплохо. С 9 на 6. Очень неплохо. Конечно, доля везения тут большая, потому что чуваки разложились. Как-то так. Сегодня еще одну поедешь? Я думаю, что да, наверное, день тоже в 0 часов.